Доброе утро! Сегодня у нас в гостях коллектив, сделавший гораздо больше, чем все музыкальные школы вместе взятые для популяризации народных инструментов. Это коллектив «Изумруд». 19 октября они празднуют свое 18-летие. И вот в преддверии праздника они сегодня у нас в гостях. Представлю этот коллектив. Михаил Сидоров, художественный руководитель. Надежда Жихарева. Здравствуйте. Ренат Якупов. Доброе утро. Светлана Соловей. Привет всем. Константин Прокошин и автор композиции группы «Изумруд» Евгений Ханчин. Доброе утро, друзья. Я знаю, что вы буквально недавно вернулись из Сочи. Да. Так ли там? Совершенно верно. Совсем недавно группа «Изумруд» с большим успехом выступала в Олимпийском Сочи в рамках больших театральных юбилейных гастролей Свердловской мускомедии. Ну, в предолимпийском, скорее. Ну, все равно уже город уже готов. Мы уже были сами очевидцами того, что город готов. И мало того, что мы будем участвовать практически в этих Олимпийских играх, нам поступило предложение выступать 8-9 февраля 2014 года в Сочи. Так что... Вот так, дорогие будем друзья, мы лично узнали присутствовать на этом первый месте. Олимпийский секрет. Еще никто не знает, какие музыкальные коллективы будут выступать в Сочи, но мы точно знаем, что там будет наш Екатеринбургский Мы будем представлять Свердловскую область. Вот сейчас наше общение началось с Баха, я правильно понял? Да. А начинали, насколько я помню, 18 лет назад вы с попури, в основном популярных мелодий, в основном это рок-музыка была, да? Нет, это были валенки, это был традиционный репертуар. У вас были совершенно традиционные произведения, включая калинку, валенки, аккомпанементы разных песен народных, в том числе. А ну тогда вас никто не знал. А вот как начали играть не калинку, валенки, так узнали. Вот тогда да. Мы начали искать свое лицо, так сказать, и пошли немножечко по-другому, по своему, так сказать, пути, идем дальше, как говорится, и не собираемся останавливаться. Вот уже дожили до 18, даже больше 18 лет. Концерт у нас так и называется, 18+. То есть это программа... которую мы исполним вот 19 числа в Эвроджазе. Программа посвящена как раз 18-летию. Это что у вас будет на 18-летие новенького? Ну, конечно же, будут новые произведения, совсем недавно сочиненные. Будет некая ретроспектива наших альбомов, скажем так, наших программ. Все наши лучшие композиции будут звучать в этом концерте. Так что самое-самое лучшее, любимое только для вас, как говорится, 18+. А еще я знаю, что в минувшее воскресенье вы играли с итальянским дуэтом «Шайн». Это для вас в нове было, либо что-то уже какой-то такой часто используемый прием? Ну, если уж говорить о совместных выступлениях с лучшими представителями разных жанров, разных музыкальных школ, то, конечно, это стало фирменной уже фишкой «Изумруда» такие совместные выступления. И, в частности, вот концерт с группой «Шайн» — это прекрасные итальянские, скажем так, электронщики, то есть симбиоз, народные инструменты в своем звучании, итальянская... электронная музыка. Ну, на самом деле это очень интересно. Для вас, я чувствую, вообще нет границ жанров каких-то, да? Либо есть какие-то жанры, которые «Изумруд» никогда не будет играть? Нету, скажем так, плохих жанров, кроме скучных. Вот если какой-то скучный жанр, мы там, это значит не наше. А все, что живет, все, что движется, все, что дышит, это только вот тут всегда «Изумруд». А, давайте, Светлана, назовите, пожалуйста, где, когда юбилей можно будет встречать вместе с вами? Можно я скажу тогда? Давайте, Надежда. Город Екатеринбург. Группа «Изумруд» приглашает всех 19 октября в Эвроджаз ровно в 22 часа. Давайте в завершение. С музыкантами не надо много говорить, музыкантов надо слушать.
Браво, браво! Сегодня у нас в гостях была группа «Изумруд» в преддверии своего 18-летия. А нам нужно буквально 2 минуты, чтобы вернуть привычный вид нашей студии. Встречаемся вновь через 2 минуты.